Пост заповедан самим Богом, ибо в пророчестве святого Иоиля сказано: «Но и сейчас еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, и назначьте пост». Здесь именно повелевает Бог, чтобы грешные люди постились, если хотят получить Его милость. Святитель Дмитрий Ростовский. В книге святого пророка Ионы рассказывается, что царь Ниневийский, услышав пророчество Ионы о гибели города, облегся во вретище и запретил вкушать всему городу, чтобы не только люди постились, но и чтобы и скотам не давали пищи в течение 3 дней. Святитель Дмитрий Ростовский. В книге «Иудифь» написано, что Иоаким, великий священник Господен, обходил весь народ израильский и говорил, что Господь услышит их молитвы, если они пребудут в посте и в молитвах. Святитель Дмитрий Ростовский.